предлагаю вашему вниманию оригинальную идею подачи рыбы с овощами, например, к романтическому ужину. К тому же, блюдо получается довольно легким и дополняется ароматным свежим соусом дзадзики. Не пугайтесь названия соуса, это всего лишь всеми любимый йогурт со свежей зеленью, огурцом и чесноком. Рыбное филе нам понадобится в виде медальонов или же приготовьте плоские рыбные котлеты. Как приготовить цукини с рыбой и помидорами, смотрите в пошаговом рецепте. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Рыбные медальоны сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу, кулинарной кисточкой смажьте оливковым маслом и обжарьте с двух сторон на сухой сковороде или на гриле. Цукини помойте, нарежьте кружочками, посолите, поперчите по вкусу, также смажьте оливковым маслом и обжарьте на сухой сковороде или гриле с двух сторон. Рыба и цукини готовы. Вкусняшки! Подписавшимся. Помидоры нарежьте кружочками. Осталось приготовить соус, огурец натрите на мелкой терке, дайте ему постоять 7-10 минут, чтобы выделился сок и слейте его. В йогурт добавьте мелко рубленый чеснок и укроп, 1 чайной ложки оливкового масла, огурец, все хорошо перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Начинаем выкладывать башенки, первым кладем кружок помидора и смазываем соусом. На помидор выкладываем цукини с соусом. Затем рыбный медальон с соусом, и повторяем в зеркальном порядке. Цукини с соусом и завершаем кружком помидора с соусом, украшаем закуску свежей зеленью и сразу же подаем к столу. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Нам понадобится: филе рыбы 4 штуки, медальоны, помидор 1-2 штук, цукини 1 штука, лимонный сок 1 столовая ложка, масло оливковое 2 столовые ложки, соль по вкусу, перец свежемолотый по вкусу, зелень свежая по вкусу. Для подачи: йогурт натуральный 150 грамм, ингредиенты для соуса дзадзики: огурец 1 штука, чеснок 1-2 зубчиков, укроп свежий, пучок небольшой, масло оливковое 1 чайная ложка, соль по вкусу, перец свежемолотый по вкусу. Количество порций 4. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Всем пока!